Ну вот это первая удача за эти дни. Расколотый кристалл. Дымчак это, наверное? Это, наверное, дымчак, только он поколотый. Вот здесь вот, то есть по грани он получается где-то сантиметра 2,5 по одной, по ширине. Причем здоровенный кристалл. Причем очень большой кристалл. Таких мы не находили. В жили, мы не находили таких кристаллов, да. Да. Может быть это уже... Это прямиком под мусковитом было. Да. Может это из-за нор уже. Давай, Саша, поковыряйся. И вон маленький еще. Вот этот. Это кварц. Посмотри, там три грани. Нет. Нет. Нет, жаль. А, слушай, где царапка? У нас и наверху царапка. А если какая, о двух концах? Нет, одна конечная. Там впереди. В общем, вот здесь вот прямо под хлопьями мусковита был этот кристалл. Сейчас попробуем дальше. Если это подтвердится, то расширим горловину. Может, еще что-то другое сделаем. Послезанорное такое чувство. Послезанорное? Ну, оно называется коричневое, оно называется послезанорное. Но это наверное, просто отожженное. Да вряд ли. А это что у тебя? Маленький, половинка маленького кристалла. Дымчака? Дымчака, да. Дымчака. Там... Тут целый большой кристалл стоит. Да ну, ты... как целый. Да ты что? Ну, не целый, это, видимо, такая это кристалл? Это кристалл. Чего? Шпата? Нет, этого дымчака. Дымчака.